До 2 миллионов казахстанцев могут временно потерять работу в случае введения в стране жесткого карантина. Такой прогноз озвучил президент Центра развития трудовых ресурсов Даулет Аргандыков. По его словам, ранее специалисты провели исследование. В результате пришли к выводу, что если в республике введут локдаун в первом полугодии, то рабочие места сохранят более 4 миллионов человек. Еще около 2,5 миллионов могут перевести на дистанционку. То есть это в первую очередь работники сфер услуг, торговли, транспорта и так далее. И прям совсем уже, скажем так, ситуация, связанная с высвобождением или потерей работы, это где-то на уровне 165 тысяч по нашим расчетам. То есть мы брали прям классификация по профессиям, по трудовым навыкам, по тем группам проводили. То есть на уровне 165 тысяч работников могут потерять работу, по нашей оценке. Но это при условии, в случае введения ограничительных мер полных.